Хочу вам рассказать вот о такой штучке. Микрокомпьютер. Значит, ну тут стоит 10, Windows 10, на самом деле у меня Windows 11. 256 на жестком диске. Вот его характеристика. Вот. Стоит он 189 фунтов. Ну, если перекидывать вот на AliExpress, я нашел точно самое подобное из Китая. Значит, куда? Ну, я пишу тут в Евросоюз. Ну, короче, вот стоит порядка там 10 тысяч рублей. Значит, что такое 256 гигабайт, значит, у него на борту? Значит, это у меня на нем установлена Windows операционная система и Linux. Вот такие, как говорится, пироги с котятами. Значит, то есть две операционные системы спокойненько там себе, как говорится, уживаются и ладят друг с дружкой. Значит, интерфейс Windows 11, ну, у меня, скажем, особого восторга не вызвал, но тем не менее пришлось приспосабливаться. Внизу под роликом я дам вам ссылочку, скачайте там все необходимое для настройки своей винды. Вот это будет набор гаджетов вот таких вот. Ну, значит, там и время, и календарик, и погода, и процессоры как заняты, что там на диске. Ну, посмотрите. Вот. Панелька, которая позволяет вот эту панелечку влево-вправо двигать, вверх и вниз. Ну и обои. Смотрите сами. Значит, я просто вот хочу рассказать вот о такой вот чудесной штучке. Вот, Nexus. Сейчас сделаем ее несколько побольше. Здесь очень все подробно описано, поэтому я вам голову заморачивать не буду. Ну, такого, скажем, многообразия я в программах, собственно говоря, редко вижу. Вот. Все на русском языке, все подробно обновляется, обновление принимает. Ну, в общем, смотрите сами. Я вам просто вот даю это дело для ознакомления. Почему? Потому что, ну, это дело требует, скажем, неспешной настройки. Здесь нужно пробежаться, как говорится, по всем пунктам, попробовать для себя там выбрать оптимальные варианты. Все зависит, как говорится, действительно от того, устроит вас это или не устроит. Значит, а так вот выглядит, скажем, Windows 11 уже вот мной, скажем так, настроенная, ну, примерно вот таким вот образом. Вот. Ну, вам выбирать, ну, вот, допустим, Nexus, вот это приложение называется, я вам могу порекомендовать. Ну, с ним довольно-таки удобно, скажем,
работать. И в плане там богатства там всех своих возможностей, ну, очень много что чего. Вон, пожалуйста, там. Вот, допустим, диспетчер, заказчик у меня. Ну вот, не нужны они мне сейчас, но я взял их. О, убрал. То есть очень такая удобная пользовательская панель нижняя. Хотя вы можете поместить ее в любое место, влево-вправо или вверх. Зависит от ваших пользовательских предпочтений. Ну вот, значит, вот такой вот коротенький ролик вам. Значит, на мозги капать не буду. Вот. Желаю вам повозиться, покопаться и удачи в настройках. На этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго.